Добрый день! Меня зовут Елена Калинова. Я профессиональный консультант по красоте косметической компании Mary Kay. Сегодня я вам представлю средства по уходу за кожей ваших ручек, которые работают. Используйте систему по уходу за кожей рук Satin Hands, белый чай и цитрус, или сочный гранат. Шаг первый. Смягчающее средство с тремя видами натуральных восков сделает сухую и грубую кожу мягкой. Шаг второй. Скраб для рук с маслом ши и жожоба обновит кожу и сделает более гладкой и нежной. Шаг третий. Питательный крем для рук с маслом ши, семенами подсолнечника, софлора и абрикосовыми косточками увлажнит кожу на 24 часа. Ежедневно ухаживайте за руками и не забывайте надевать теплые перчатки или варежки. Для экстренных случаев подойдет экстраувлажняющий ночной крем Mary Kay. Средство идеально подходит для сухой кожи, интенсивно увлажняет ее и уменьшает потерю влаги. Его можно использовать для сухих участков тела – локтей, коленей, ступней. Дополнительный бонус от использования систем по уходу за телом и руками Mary Kay – ароматерапия. Белый чай и цитрус или сочный гранат – настоящее блаженство для спа-гурманов. А теперь о погоде. В Солнечногорске пасмурный снег, температура днем и вечером минус 2, ночью минус 4. Ветер южный 4 метра в секунду, давление 732 миллиметра ртутного столба. В Москве пасмурный небольшой снег, температура днем минус 2, вечером и ночью минус 3.